Валроса подвели итоги детского конкурса «Нарисуй талисман». Он начался в середине лета. Задача состояла в том, чтобы нарисовать украшение талисман или оберег с коричневыми бриллиантами Алроса. За время сбора заявок компания получила около 250 талисманов от юных художников 5-17 лет из разных уголков России, от Якутии до Петербурга. Больше всего жюри конкурса поразил талисман 15-летней Ульяны Филатовой из Невинномысска, 6-летнего Миши Голикова, Вадима Манджиева и Анастасии Михайловой. Всем победителям Алроса подарят электронные планшеты для рисования.